Сейчас мне кажется, что первые слова, которые я произнесла, это были не папа, не мама, а были манеж, лонжа, цирк. В возрасте 4 лет мой дядя взял меня с собой во время вечернего представления на лошадь. Он посадил меня на плечи, и, в общем, я была очень горда тем, что я уже практически артистка. Когда он меня отпустил на манеж, тогда Борис Вяткин схватил меня под мышку и утащил за кулисами. Потом рассказывают, что я жутко была возмущена, что он мне испортил вообще окончание номера, поскольку я не сделала комплимент. Комплимент такой очень важный для детей. Всегда дети копируют своих родителей, всегда дети играют в артистов каких-то любимых и обязательно делают комплимент. Работает клоуна, моя партнерова. Папа у меня работает клоуном, а я партнером. И чтобы хорошо работать, я много репетирую. Но мне не очень хочется репетировать. Но я хочу играться, с киской играться. Со всеми не хочется играться. Жизнь у нас, конечно, и тяжелая, и трудная, а у моей семьи это сложилось так, что вдвойне, наверное, сложнее стало. Моя жена, у мальчиков мама, умерла, врачи бессильны были что-либо сделать, и мы остались 3 мужика, одни. Так, трудно, конечно, справляемся. Мальчишки сами готовят завтрак, стирают, обед готовлю сам. Они у нас как растут с пеленок. Значит, на манеже бывают там коляски. Ну и такая картина. Значит, у кого-то репетиция, значит, одну соску держит, вторую соску держит, 2 ребенка едят. Взрослеют они очень быстро. Они уже бывают в 10 лет такие, умудренные жизненным опытом, что если живешь с 2 детьми, допустим, в одной комнате, вот, а наши дети все знают. Для них это естественно. Вот эта внутренняя жизнь, которая как-то так вот скрывается особенно, она до такой степени естественна, что иногда забываешься, и просто иногда кто-то там переодевается, что-то не обращает даже внимания. Нет у тебя ни смущений там, и что-то. Они прекрасно знают, кто сколько зарабатывает, потому что мы всегда вот сидим и думаем. Зарабатывают-то не все, много. Вот если мы в Саратове приехали, там напротив цирка есть это базар. И вот мой ребенок бежит и говорит: «Мама, ты знаешь, какой дорогой город? Там ничего невозможно купить. Яблоки там стоят 6 рублей. Это, представляешь, 5 штук. Сколько стоит одно яблоко?» То есть уже практичный такой. Не покупай мне вот этот цвет, купи мне вот этот цвет, потому что он темнее, стирать не так сложно. Они уже все давным-давно знают и лучше нас. И будешь ты красивенький. Да? Слушай, а ты знаешь, что такое маскарабоза? Нет? Ведь мы с тобой кто? Казахи. Казахи, нет. А в манеже? Маскарабоз. Маскарабоз. Маскарабоз — это такой же клоун, да? Только восточный. Сядь, пожалуйста, мешаешь мне. Красиво.
меня было прекрасное детство. Я вот из 5 лет начала работать, и все наши игры всю жизнь были на манеже. И мы играли, и играли мы обязательно в цирк, и играли мы обязательно в хороших артистов. Почему все дети вот того поколения цирковых артистов стали артистами? Потому что мы все игрались в цирк. Мы все были целый день в цирке на манеже. Не было того дня, чтобы я вышла на манеж на работу, чтобы я не волновалась. Такого дня, такой работы у меня не было. Пускай будет утренник, пускай будет мало народу, все равно меня колотит. Все равно я загляну по все места, где животные, чтобы все было вовремя, закричу, давай, не дал, левее, все равно. Я не знаю почему. Когда я беру собаку с улицы, и через год, через 8-10 месяцев выходит со мной партнер, вы знаете, какое это огромное удовлетворение. Большинство всех ребят, вот, одинокая мама. Она и любит ребенка, но мешает. Гири на ногах. Поэтому она с удовольствием его отдает, но, конечно, приезжает, проверяет. Но зато она одна в, так сказать, квартире, потому что она ездит с нами на гастроли. То есть, получается, устраивает и ребенка устраивает уже, потому что у нее трудовая книжка. И плюс, так сказать, какой-то моральный климат. Но мне тоже не хватает со своим сыном. Он у меня бегает, и не могу его заставить. И кричу, ага, кивнул, и ничего. С чужим мне лучше получать. А я, в общем, своего не отдал. Потому что есть чем кормить, есть чем занять. Я немножко так вокруг своих создает атмосферу определенную. Чтобы ни матом не курили, сказать, самое, мата не слышали. А вот, ну, не хотел, чтобы он с молодых ногтей все это впитывал в себя. Во время работы и репетиции происходят травмы. Они приходят, обращаются за помощью. И после этого они, превозмогая боль и усталость, снова выходят на репетиции или даже на манеж. Все это, конечно же, со временем накапливается. Не говоря уже вообще о тех последствиях, которые могут произойти через энное количество лет, когда эти дети не будут нужны цирку. Выкачив из них все здоровые, молодые силы, организм только развивается. В общем-то, нет условий для нормального
нормально в его развитии. Они уходят очень рано на пенсию и, в общем-то, идут уже, ну, как можно сказать, молодыми старичками. Позвоночник у них, как правило, очень растянутый, очень много бывает смещений, ущемлений. Могут быть отбитые почки, легкие сотрясения мозга, неоднократно повторяющиеся травмы конечностей. Зная, что такое может быть, они все равно идут на это. Я засекал несколько раз, у них начинается соревнование, кто больше привезет домой денег. Копешка начинается просто. Я говорю, такие ребята, как Андрей. Он сейчас ездит за границу, привез кучу денег, без дураков. Он заработал 2800 долларов. Ну, как и я, мы суточные получаем. Ну, ровнее. На книжке, между прочим, сколько вы думаете? 22 тысячи рублей. Он считает все со страшной силой. Ну, странный вопрос, зачем деньги? Без денег ты никуда не денешься. Согласился здесь работать? Здесь надо уже до старости работать. Я хочу в цирке работать, потому что у меня здесь будет возможность поездить по странам, по городам, чтобы меня уважали, когда я уже буду в пожилом возрасте. Всем хочется поездить по зарубежным странам. Можем бесконечно работать, только перерыв, отдохнуть и еще раз работать. Мозоль натрется и все. Потом же не больно будет. По мозоли же не больно. Ну, у ребят уже прошло. У ребят тоже сначала болело, а потом мозоль и все. Она у меня пройдет. Я не опоздаю, только еще парад, пока еще кассе пока, пока Дмитриев, пока... Да, ну реквизит-то надо мне готовить, и тебе. Пап, я никогда не опоздаю. Бывает. Вот мой говорит, я ненавижу цирк. Ненавижу. Эти переезды, это вот катание, эти вот сумки, он с ненавистью иногда просто швыряет вот эту тяжесть. Я говорю, почему ты ненавидишь? А что хорошего? В редкую школу, когда приезжаешь, к тебе относятся как к человеку. Вот он говорит, ты представляешь, мама, я приезжаю, я возле меня знакомят с классом, я стою как у позорного столба. Распределение осадков по территории страны тесно связано с температурой воздуха и циркуляцией атмосферы. Кроме того, оно во многом определяется рельефом. На наветренных склонах гор, то есть обращенных к преобладающим ветрам, воздух поднимается вверх, и осадка выпадает вверх. Противоположные склоны напротив сухие. В горных районах Не надо расслабляться, ничего. Надо закрепляться, надо и все. А то у вас лица такие, что вот сейчас вы убьетесь. Так же делать, как делали, ничего не меняет. Сейчас только посмотрим на свет. Так, что сделал? Так ты придешь, так ты сделаешь. Мне уже ты пришел, бум, сел! Походу ушел, а не то, что ты делаешь.
помощь. Так, что и так будет в работе? Не опускай. Так, что в работе будет? Давай делай. Я тебе сказал, будешь производитель продать 10 раз пока. На измок будем брать. Производитель и тебя. Я тебе сказал. Мои приехали из Италии в Россию. В балаганах, на верблюдах. Работали на улицах, на ковриках, переодевались где-то в канавках, так это рассказывали потом. Нет. Ну, а позже, значит, появились какие-то уже такие, ну, более-менее шапито, только не шапито, что-то, ну, типа балагана тоже, наверное. И там, ну, бабушка моя была хорошая очень артистка. И вышла замуж за русского, тоже хорошего артиста. И они как-то со временем разбогатели, даже довольно-таки быстро, и открыли свой цирк. Thank you.
почему отвлекаешься? Я тебе серьезно говорю, это не шутки. Вот смотри. Еще раз внимательно смотри, поднимай голову. Смотри, как ты делаешь. Вот ты берешь вот так, да? И медленно вот здесь, и у тебя ручки медленно сворачивают, и все, весь фокус виден. А я делаю, смотри, я его быстро. Обе руки раз. Давай. На. И все видно. А потому что сушка большая. Нет. Я не представляю себе другую жизнь, не мыслю. И, по-моему, большинство детей цирка не мыслят себе другой жизни. Я могу, может быть, вспомнить считанных каких-то детей, которые не остались в цирке, потому что цирк очень притягивает. В общем, как у нас говорят, знаете, родился в опилках, и далеко уже, в общем, они не могут. Я шестое поколение артистов цирка. Еще моя прабабушка была артисткой, а вот Витуся уже седьмое по моей линии, это седьмое поколение, она тоже вышла в манеж уже работать со своей бабушкой в возрасте 9 лет. Вот сейчас ее уже сын, ему скоро будет 3 года. Не знаю, пока его желание, но я думаю, что он далеко не уйдет от этого.